Двое российских космонавтов Олег Новицкий и Петр Дубров совершили выход в открытый космос, чтобы выполнить монтажные работы на внешней поверхности Международной космической станции. Планировалось, что бортинженеры пробудут за пределами МКС 6,5 часов, но выход длился 7 часов 19 минут. Космонавты подготовили к отстыковке модуль «Пирс», прибывший в 2001 году. Летом его место займет новый модуль «Наука». Также российские члены экипажа 65-й экспедиции МКС установили новую панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования блока «Заря», а старую выбросили в космос. Она должна полностью сгореть в плотных слоях атмосферы. Кроме того, Новицкий и Дубров установили оборудование для научных экспериментов «Тест» и «Выносливость». Их цель – исследование влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы. Это шестой выход в открытый космос с начала года, но для Новицкого и Дуброва он первый. Сейчас на МКС находится экипаж в составе двух россиян, астронавтов НАСА Марка Ван де Хая, Шейна Кимбро и Кэтрин МакАртур, а также японского астронавта Акихико Хосиде и астронавта Европейского космического агентства Томы Песке.